You're my savior, you're my lover. You wanna know what's true or wrong. You wanna make real music.
хотела сказать, с 1 вас! Мы очень рады видеть сегодня вас здесь. Извиняемся за большую-большую паузу. Ждали, пока все желающие придут. Наконец-таки все пришли, мы очень рады всех видеть. В этот день природа тоже решила пошутить, пошел снег. Но мы очень рады, что вы все дошли. И будем сегодня согреваться, петь. Как и обещала, будут очень интересные моменты в концерте. Сегодня особенный день для меня, для моих музыкантов, потому что будут представлены мои авторские композиции. Надеюсь, они вам понравятся. Ну а сейчас для вас играет Павел Штукин. That's how we always be. Thank you.
Thank you.
А следующая песня, конечно, всегда на своих концертах мы посвящаем песню женщинам. Хоть сегодня не 8 марта, а 1 апреля, но и сегодняшний концерт будет не исключением, потому что девочки-женщины, вы такие прекрасные, такие классные. И самое главное, не забывайте, что вы настолько феноменальные, настолько индивидуальные. Про эту песню. Pretty woman wonder where my secret lies, and I hear a billions of sound of virgin mother's eyes. When I start to tell them, they think I'm telling them lies. I see it's in the reason my heart, this bed of my ears, this thread of my steps, the curl of my leaves. I am a woman. Of my ways, the joy in my heart.
которые присутствуют в этом зале. Правильно, правильно, аплодируйте себе, любите себя. Если вы не будете себя любить, то кто вас будет любить? Любите себя. Hey!
большое. А следующая песня как раз самая главная, одна из главных в сегодняшней программе. Это моя авторская композиция, которая называется «Волны». И у нас есть уникальная возможность, ну, во-первых, передохнуть мы дадим немножко музыкантам. И только вчера буквально мы доделали эту композицию, и мы хотим поделиться с вами записью, диском этой песни. Она готовая, это прям буквально горячие новости, только-только вчера ночью в 2 часа мы получили, мы все это делали в попыхах, но мы это сделали. И мы хотим разыграть самый-самый первый диск, и его стартовая цена 5 рублей. Называется «Кто даст больше?» Кто готов отдать больше, чем 5 рублей за диск? 60 рублей. 60 рублей? 50, да, разница большая. 100. 100. 1000. 1000. Ага, хорошо, смотри, даже если нам гитару не накидают, мы сейчас быстро заработаем здесь. Давайте дальше, хорошо, 1000. 2. Давайте, 2. Кредитка. А сколько на кредитке? Я согласна. Ноль. Ноль. Но если она приходящая, то я возможно, подумаю. 2000 раз. 2002. 2003. Продано. Кто купил этот диск за 2000 рублей? Покажитесь. Ну, так как сегодня 1 апреля. На самом деле, мы не планировали его продавать. Так что этот диск отдается вам просто так от нашей группы. Называется «Волны». У нас с тобой своя дорога, не забывай смотреть, что
звезды падают на землю, словно талая роса. У нас с тобой своя дорога, не забывай смотреть в глаза. За тобой хоть на край планеты, лишь бы чувствовать тебя. Обвинять не смею я. Уже все же танцевать, потому что вы уже поели, мы дали вам возможность поесть, посидеть. Места, кстати, очень много, несмотря на то, что людей тоже много. Поэтому следующая песня «Шейк». Давайте встанем. Вставайте, вставайте со своих мест, мы не будем начинать играть, пока вы не устанете. Давайте. Давай, вставайте, вставайте. Я сильно
А следующая песня будет загадкой небольшой. Если вы узнаете, что за вступление будет, или даже если вы скажете вообще, что за композиция, то как раз приз, который лежит на прекрасном инструменте кахон, ожидает вас. I'm
Ну, если не визитной карточкой, то талисманом уж точно после такого прекрасного проекта. Главная сцена, которая идет на телеканале «Россия-1». Кстати, смотрите, в эту пятницу меня. Да. Включайте. «Россия-1», 21:00. Будет очень интересно. А следующую песню мне поможет исполнить Павел Штукин, Александр Трофимов научил, кстати, интересному инструменте, который немногие знают. Этот прекрасный инструмент называется кахон. На нем не только сидят, это не только табуретка, как многие писали мне, посмотрев передачу. Этот инструмент еще и выдает очень красивые звуки. Итак, для вас звучит песня «Птиченька». Берегла маменька, берегла девоньку, берегла.
Как Рэй Чарльз. И мы хотим исполнить из его репертуара прекрасную песню, которая называется «I've Got Woman». Но для этого нам нужна ваша поддержка. Вернее, ваши руки. Ну и ваше желание помочь нам исполнить эту песню хорошо. Вы готовы? Да! Ну что-то очень плохо. Вы готовы? Смотрите на Александра Трофимова, который пересел за барабанную установку. Как надо хлопать?
Александра. Спасибо большое. А следующая песня тоже будет моя авторская, которая... Ну, похлопайте, да, если хотите, не сдерживайте парни, вы зачем не сдерживаете? Вы не представляете, как жарко тут от ваших эмоций. Это просто невыносимо. Моя авторская композиция, которую я исполнила, называется «Молитва». Пойми, сердце замирает страшно. Прости за те слова, ту боль. Увы, в природе все неоднозначно. Любовь не возникает дважды. Прости. Стоп, говорю сама себе, хватит думать, все забудь. Обращаюсь к Богу я в мольбе, забери ты тягость в жизни. Только руки поднимаю, душу открываюсь тебе. Ничего не замечаю в этой жизненной игре. Смешно, что прихожу и унижаюсь вновь и вновь, что делать я не знаю, ведь так сердцу не прикажешь, скажи, что было все напрасно, скажи. Обращаюсь к Богу я в мольбе, заберите тягость в жизни. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе. Ничего не замечаю в этой жизни на игре. И вот конец уже недолг, ты сам. Пусть ангелы придут к нему в подмогу. Стоп, говорю сама себе, хватит думать, все, забудь. Обращаюсь к Богу я в мольбе, забери эту тягость жизни. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе. В этой жизненной игре. Спасибо, Саша. И должны, мне вот тут говорят, должны, все, значит, должны. В этот раз мы будем с вами петь, поэтому будьте внимательны, запоминайте то, что мы будем вам показывать. А песню не будем объявлять, не будем, вы ее точно знаете.
Если вы знаете, то поаплодируйте нам. Поехали. Вы уже узнали песню, да? Или вы хотите, чтобы мы быстрее начали? Рекламная пауза. Прекрасная жена Сергея Кондратьева, нашего прекрасного басиста. Анастасия, где же ты, Анастасия? Мы поздравляем тебя с днем рождения, всего тебя самого лучшего. Но ты должна громче всех напеть. Сама виновата, сама пришла на концерт, всего надо отрабатывать. Thank you.
вечера. Вы хотите отмазать за одними аплодисментами, да, но так не пойдет. Мне нужны ваши голоса, прекрасные голоса, которые буквально только что были в припеве. Все очень легко и просто. Я буду петь, ну давайте, о-о-о. А вы будете петь, ну даже не знаю, какой губу, какой... Ну это не та буква, ну подожди, да, это не вот... Е-е, давайте. Сейчас я вам спою, вы запоминаете только свою букву Е. Готовы? Да. Нет. Вы не готовы, вы готовы? Да! Итак, смотрите, запоминайте. Очень легко. У вас буква Е. Е, да? Буква Е? Буква Е. Ну как, легко запомнилось? Да, хорошо. Мы проверим. Готовы? Ну все. Сейчас надо вступить в определенный квадрат. Очень музыкально. Так, подождите, что за халтура началась? Почему вы поете? Это неправильно. Так, вы и так можете диск бесплатно получить. Я хочу, чтобы у людей была возможность, чтобы потом разыграть. Понимаете? Показать класс. Вы готовы? Ну, конечно.
Hey!
нас особый дресс-код тут. Александр Трофимов, выйди из тепла, покажись людям. Меня зовут Эрика. Большое спасибо за внимание. Следующий концерт, огромный концерт, который мы для вас готовим с большим джазовым оркестром и второе отделение нашим составом Crazy Band. Это будет 3 июня в клубе Дуров. Приходите, будет очень классно, будет очень... Ну, не знаю, классно будет, наверное, будет классно, да, будет классно. Конечно, там оркестр, само собой будет, и мини-оркестр в виде Crazy Band'а. Файл Штукин, гитара. Александр Трофимов, барабаны. Михаил Бручевич, труба. Сергей Кондратьев, выходите вперед. Алексей Минеев, саксофон. Александр Тевелев, тоже выходите вперед, но поклон. Спасибо большое. Давайте поаплодируем этому прекрасному месту, клубу Козлова, который сегодня собрал нас. Большое спасибо Алексею, звукорежиссеру, который сделал такой прекрасный звук. Спасибо большое Райку, который все это устроил. Еще раз большое спасибо вам за то, что вы пришли в этот первоапрельский день. Спасибо большое! Спасибо большое. 3 апреля, 3 июня в клубе Дуров мы вас ждем. Спасибо большое.